в Латвию. С двухдневным визитом по приглашению президента Андриса Берзинша прибыл король Швеции Карл XVI Густав с супругой королевы Сильвии. Королевскую чету сопровождает официальная делегация с участием членов правительства, а также делегация предпринимателей. «Этот визит знаменует переход отношений между странами в новое качество», заявил Андрис Бердинш на пресс-брифинге после встречи с королем. По словам главы латвийского государства, у Латвии и Швеции превосходные отношения в политике, экономике и других сферах. Также страны сближают единое понимание ценностей и дальнейшего развития ЕС. Издавна существуют и контакты между латышами и шведами. Торговый оборот между странами растет, и Швеция с оборотом в 1 миллиард 200 миллионов евро занимает шестое место среди торговых партнеров Латвии. А по объему инвестиций в основной капитал предприятий в размере 1 миллиард 700 миллионов евро является крупнейшим инвестором. Также в Латвии работает 805 шведских предприятий. Активно ведется сотрудничество в сферах культуры, образования и обороны. Карл XVI Густав со своей стороны отметил, что сегодня Латвия стремительно развивающееся государство и хороший партнер Швеции во многих сферах, в том числе экономике, политике, культуре, образовании и обороне. В соответствии с протоколом, президент вручил Карлу XVI Густаву орден Вестура первой степени, а королеве Сильвии крест за заслуги первой степени. После пресс-брифинга Берзинш и король Швеции возложили цветы к памятнику свободы в присутствии около 300 человек, которые пришли посмотреть на церемонию. Люди дарили королевской чете цветы и фотографировались с Карлом XVI Густавом и королевой Сильвией. Светские хроникеры в своих блогах особо отметили, что в честь визита высоких монарших гостей спикер парламента Солита Аблтыня, первая леди Латвии Даци Сейсама и премьер Лаймдета Страйма нарядились в шляпки. Таким образом, дамы соблюли условия дипломатического этикета, согласно которому наличие у женщины головного убора является знаком уважения к королевской чете. В рамках визита монарши особо посетили и музей оккупации. Там Карлу XVI Густаву его детские фотографии вручила Айя Эбдене Ласмана, которая в 1956 году вместе с другими детьми из семьи беженцев провела в Швеции несколько недель в лагере отдыха. Тогда же и были сделаны фото, переданные сегодня королю Швеции. Была договоренность, что будет возможность встретиться с нынешним королем, а тогда наследником трона, примерно 10-летним мальчиком с его семьей, матерью и тремя сестрами, которых вы можете сейчас видеть на фотографии. Встреча состоялась в летней резиденции в Лансале, которой королевская семья пользуется и по сегодняшний день. Нас туда отвезли автобусом, и нам посчастливилось тогда провести в парке вместе с сегодняшним королем и его семьей примерно полчаса 40 минут. Отдельная программа в рамках визита королевской четы в Латвию была и у Ее Величества королевы Сильвии. В ратуше ее принял председатель Рижской думы Нил Ушаков. В присутствии высокой гости был подписан договор о сотрудничестве Риги и Норчопинга. После торжественной церемонии подписания договора Ее Величество королева Сильвия ознакомилась с ратушей, а также сделала запись в книге почетных гостей Рижской думы. Сегодня, когда недалеко от границы Латвии происходят военные и политические конфликты, следует резко осудить любые провокационные попытки вызвать напряженность и искусственно увеличить разногласия в латвийском обществе. Об этом говорится в заявлении президента Андриса Берзинша, премьер-министра Лаймдета Страуема и спикера парламента Солвита Аблтыня, принятом после заседания Совета по нацбезопасности. Латвия всегда была домом для многих народов, которые в сложные моменты истории стояли плечом к плечу, строя и отстаивая государство, родившееся в суровой борьбе и воплотившие народное стремление к свободе. Как подчеркнули первые лица государства, все жители страны, независимо от этнического происхождения, родного языка, религиозных убеждений, представляют латвийский народ, объединенный желанием жить в мире, достатке и согласии в свободной стране. Высокопоставленные лица государства призвали латвийцев критически оценивать действия официальных российских властей на Украине. Сами распределили места в списках на выборах в Европарламент путем жеребьевки, которую, согласно закону, организует Центральная избирательная комиссия. В выборах в Европарламент примут участие кандидаты от Латвии из 14 партийных списков. В ходе жеребьевки первым номером утвержден список депутатов согласия, который возглавляет Борис Целевич. Последним – национальное объединение во главе с Робертом Зило.
Как показывает практика, на самом деле номер, вытащенный на жеребьевке, имеет скорее символическое значение. То есть много раз там как-то пытались политтехнологи это использовать. Ну, все-таки другие факторы являются определяющими. У нас очень сильный состав, у нас четкая программа, мы знаем, чего мы хотим, мы не обманываем избирателя, поэтому мы твердо рассчитываем на успех. Глава Центра избиркома Арнес Цимдерс в интервью Микс ТВ отметил, что организованная жеребьевка прошла спокойно, и депутаты остались довольны результатами. Эта традиция уже укреплена в законе изначально. То есть я даже не помню европарламентских выборов, где бы не было такой жеребьевки. Она перенята, я думаю, с парламентских выборов, где тоже такой порядок у нас имеется. Это как помогает еще один символ для опознаваемости списков. Напомним, выборы в Европарламент состоятся 24 мая. Компания «Максима Латвия» заключила соглашение с Государственным агентством социального страхования о централизованной выплате пособий детям, которые в зоне Тульской трагедии потеряли одного или обоих родителей. В его рамках «Максима Латвия» перечислит 1 700 000 евро в госкассу на счет Государственного агентства социального страхования. Агентство в дальнейшем будет обеспечивать ежемесячную выплату пособий детям погибших лиц до совершеннолетия. Напомню, уже сразу после трагедии «Максима Латвия» по своей инициативе начала предоставлять поддержку детям, которые потеряли одного или обоих родителей. С декабря прошлого года выплату пособий и административный процесс осуществляет «Максима Латвия», и в настоящее время выплаты осуществляются 23 детям. До мая 2014 года в сумме по пособиям детям будет выплачено 81 тысяча евро. Всем детям, родители которых погибли в зоне Тульской трагедии, до достижения совершеннолетия каждый месяц будет оказываться поддержка в размере среднемесячной заработной платы, которая составляет 711 044 евро. Детям, которые потеряли в трагедии обоих родителей, пособие будет выплачиваться в двойном размере. В этом году к традиционному рижскому марафону «Норда» будет подготовлена обширная культурная программа, перекликающаяся со специальным проектом Риги как культурной столицы Европы «Километр культуры» на улице Бривебас. Марафон «Норда» 18 мая будет проходить вот уже в 24 раз. В этом году, как и раньше, участники смогут выбрать 4 дистанции. Марафонскую – более 42 километров, полумарафонскую – 21 километр, а также 10,5 километров. Мэр Риги Нилушаков отметил, что столь масштабное мероприятие, как марафон, в столице до сих пор не проводилось. В прошлом году были участники из 65 стран. В принципе, в Риге нету больше мероприятий, которые когда-либо проводились, где было бы такое представительство. 20 тысяч человек, 65 стран. Ладно, в этом году у нас будет Всемирная Олимпиада хоров, это другого совсем на уровне мероприятия. Там будет, ну, наверное, 90 стран. Олимпиада проходит... Ну, в Латвии она будет один раз и все. Марафон проходит каждый год, и это, в принципе, одно сейчас из самых масштабных и ключевых мероприятий. И не только с точки зрения того, что приезжают туристы и участники 65 стран. Массово спортом занимаются рижане, жители всей страны. То есть мы видим людей, которые бегают по утрам или по вечерам и в январе, и в августе, и в другие месяцы года. Потому что это... Не только подготовка к марафону, потому что люди считают, что здоровый образ жизни – это важно. В этом году в маршрут марафона будет включена улица Бривебас, но сокращен этап на улице Краста, а также не будет участка по Южному мосту. По словам руководителя команды организаторов Айгора Нурца, трасса от этих перемен только выиграет, так как станет более централизованной. У памятника свободы бегунов встретит специальный почетный караул культурной столицы Европы из хористов и танцоров, а на перекрестке Бривебас и Элизабетес разместится сцена, на которой поднимутся известные музыканты. На маршруте марафона будут и другие музыкальные пункты, посвященные разным странам. Как заявил Нордс, его радует, что все больше бегунов переходит с короткой дистанции на длинные.